российская экономика и не зависит от цен на нефть? Наша экономика до сих пор зависит от продаж углеводородного сырья, нефти и газа. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Растет продолжительность жизни. Но все-таки для мужчин это 65,5 лет. Ну что же это, значит, если мы 65 поставим возраст выхода на пенсию, вы меня извините за простоту выражения, это значит отработал в деревянный макинтош и поехал, что ли? Владимирович, такой очень личный вопрос от одного из наших зрителей. Какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внукам? Не врать.